Всем привет! Я достаточно разомлел для того, чтобы сказать то, о чем думал, планировал. Значит, что на тонких планах имеет довольно существенное значение, состоят ли мужчина и женщина в браке при определенных, да, техниках всего, что касается в этом случае любовной магии, семейного направления, да, гармонизации и прочее. Это, в общем-то, кстати, если чисто психологически, мужики это чувствуют, да? Соцопрос любой вам покажет, что когда пара не формальная, когда имеет место сожительство, именуемое гражданским браком, тогда женщина считает, что у нее есть семья, мужчина считает себя свободным. Вот, если это проводятся опросы социологические, да, ну, закрытые, понятно, индивидуально, там, без присутствия партнера, то ответы вот такие. И имеем это тоже в виду. Неспроста. Собственно, обретая формальный брак, женщина еще обретает и защиту рода мужа, чего не будет без того, что называют штампом. То есть штамп этот считывается очень четко и высшими силами. При всем нашем там иногда несерьезном отношении к данному моменту. Ну вот, если какие-то вопросы будут, пожалуйста, задаем в директ, в личку. Любые вопросы, пожалуйста, в личку. А все, что касается отношения там к теме, допустим, там поста, неважно какой, публикации, видео или текст, тут, пожалуйста, да, можно в комментариях. Буду рад обратной связи всегда. Пока-пока. Сегодня, наверное, проведу эфир.